Привет, ребят! Очередная передача из цикла «В мире животных». И сегодня перед нами животное с ником Пидор. Простите, Сидор. Это животное уже как 2 года играет на читах. Оно было в различных полках, было в проститутах, было в Витке. Теперь это животное в полку Эскью. Мы уже многим полкам дали название, соответствующее их наполнению. Вот, например, туты стали проститутами, Рома стала порно, Викта стала Виткой, Шалава Витка. А Эскью, не знаю, как мы их назовем, ребят. Наверное, суки, просто суки. Идры из полка суки, блять. Ой. Простите, ну, не знаю, блядь, что с собой поделать, ребят, не могу я себя сдерживать. Характеризуя этих, не знаю, как еще их назвать, нехороших игроков, да, вот так, нехороших игроков. Так вот, эти сидоры, вернее, нехорошие игроки, уже заполонили War Thunder настолько, что, ну, что я просто не знаю, он уже, наверное... Из десятка точно трое четырят в War Thunder. Администрация War Thunder, не знаю, чем она занимается, может уже отпуска взяли, лето на носу. Кто там, что там у нас еще? Эти гейм-мастера, не знаю, там один гейм-мастер, который может банить игроков. Остальные, получается, не имеют права, такого решающего права голоса по банам. Они принимают лишь участие в подготовке этих игроков, да, и там уже один человек принимает решение. Тот самый Кромвель, как он там сейчас по-другому, я уже запамятовал, как он там себя называет по-другому, суровый парень Кромвель. И вот, как мы видим, Thunder наш, War Thunder, катится уже давно в ту сторону, куда ему не нужно катиться. Но мы не унываем, мы играем далее. Конечно, стали мы меньше донатить в нашу любимую игру. Ну а что ж поделаешь, куда ж донатить, блядь? 14-го, я не знаю, как грязи. Поэтому я не вижу смысла донатить в эту игру. Да, прем-аккаунт я приобретаю, это максимум то, что я делаю. Ну, а вам, ребят, каждому решать, как себя в этой игре вести. Играть честно, донатить или же читерить. Я, конечно, надеюсь, что большинство у нас ребята нормальные, а не такие сидоры, как вот этот, и играют честно. И надеюсь, что это большинство победит вот это вот сраное меньшинство, вот этих вот сидоров. Задолбали они эти сидоры, сука, на каждом шагу эти сидоры, в каждом полку, а в первой тройке в этой вот, да, SQ, порно и кто там еще, Витки, я уже не знаю, кто там сейчас у нас в первой тройке, так вот, блин, там этих сидоров, сука, завались. И вот у нас получается полк суки уже так же сидоры, как и порно. Ужас, ребятки, ужас. В этом полку уже получается... Да ладно, что я тут, блин, показывать их? Ну, как минимум 2 сидора есть. Это сидор и это кастроид. Да, такие звучные названия. А, даже гусь здесь, да? Гусь. И гусь здесь. Мне кажется, и гусь читерит. Ах вы, суки, суки, суки. Ладно, давайте перейдем к просмотру за этим сидором. Пам-парам-парам-пам-пам. Я уже бой этот подгрузил. Небольшую часть этого боя я уже просмотрел. Действительно, сидор. Ой, сидор действительно сидор. Давайте запускаем просмотр боя. Усаживайтесь поудобнее. Будем подробно глядеть, что у нас здесь происходило. Карта Моздок. Захват в центре. Вот здесь в центре. Ну да, отсюда вот сверху, так, камеру включаем от вида игрока, от лица.
Вот здесь вот сверху, респанувшись, команда получает преимущество. И если все пойдет как нужно, то та команда даже и ничего сказать не успеет. Вот. И наш титр на ружке разгоняется, ускоримся на точку. Так, что у нас тут? Как обычно, жмак-жмак в камеру, да, типа, оп-оп, бинокль, так, жмак-жмак-жмак. Это привычка уже такая, да, жмакать просто, наверное. Сейчас поглядим. Вот, смотрите, ребят, приближается парень. Смотрим, его реактор, замедление. Куда он посмотрит сейчас? Вот там пулеметят. Так, нажмем паузу. Там 85-ка поднимается, да, которая близко. Кто-то справа у нас еще есть. Давайте поглядим. Так, 29-ка выезжает, видите? Она сейчас яркая стала. Это значит, она там скоро сейчас должна появиться. И куда мы смотрим? Конечно же, на 29-ку, нет? Ну да, конечно же. Вроде бы, да, как не на нее, да, рядышком так посмотрел. А тут, ё-моё, пулемет торчит. Как я вовремя туда глянул, красавчик. Уходим. И отваливаемся в левую сторону. И вот у нас тут 3-4, 85 поднимается, да? И мы тоже как бы невзначай посмотрим туда. Вот, да? Блять. Это и Сидор, стука. Сидор из полка стуки. Ну да, такой. Тоже так невзначай. Дай погляжу, говорит, думаю, в ту сторону. Там же танки едут, это же тайминги. Сам же этот самый бородатый мальчик как-то учил. Оп! Конечно, едет, ё-моё! Как удачно я угадал. Причем видали, как он кумулятивом срезал этот самый бревно, этот столбик электрический. И тут вот выезжает у нас 185-ка еще, да? Появляется? Пока еще не появилась, ну, появляется. И глядим. Откатываемся в сторону, и как будто бы мы, ну, тоже, да, ну там же всегда они появляются, танки. 85-ки. Тоже как бы, да, и честно так мы просто посмотрели вовремя в нужную сторону. Все честно. Спортсмены, спортсмены. Как говорил Берди Буч, заводы стоят, блядь. Кругом одни спортсмены. Так, ну, далее. Что у нас далее, далее, далее? Кого мы будем отрабатывать? Наверное, он 29-ка там. Там ее, наверное, не видно, да? А как бы так бы сделать, чтобы мы как будто бы угадали? Блять, не видно. Что ж такое? Что ж делать такое? А, пулеметика можно пострелять, точно. Вот. Видали как? Все, теперь видно? Видно же? Видно же? Видно. Все. Все честно, все честно. Играем далее. Так. Ну, этого нам сам Бог велел пристрелить. Ай, а не видно его отсюда. Вот незадача. Ой-ой-ой, оттуда меня видно? Как фартануло тебе. Отклатимся на всякий этот, от река подальше. О, Истян выезжает. Как ты вовремя. Ну, мы тут так случайно этот самый переглядывались с Жамбиком. А тут Истян как раз. Фу. Блять, промазал, сука, сука. Промазал, как я мог. Тоже как бы вроде все честно, да, смотрел на Жамбика, а тут Истян. Ну, попал под горячую руку. Подумаешь, тоже честно. Объяснимо. Как Сашка он нам ответ писал, пиксели нам картинки по это самое, скриншотов понаделал и объяснил появление танков. То есть их видно там было. Увеличил, растянул, положил, покривил немножко, да, так, ну все, танки видно, видно, чего вы доебались? Видно же танки, видно, значит я не читер. Вот так думает Сашка. Ох ты, Сашка, Сашка, девка ты бородатая, стука. Пам-парам-парам-пам-пам. С неба покоя не дают этому ребятенку.
Из два. Ой, выстрел только сделал. Ну точно, все. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же так? Нехорошо. Не по-честному. Окружили гады. А что там прапор? Выгребает? Да, прапор на респаун приехал. Молодец, прапор. Да, ребят, ну, в принципе, куда уже деваться? Тут карта дисбалансная, тут просто можно вот встать здесь, вот как вот стоит прапор, на вот этом вот месте. И все. И никто с респауна не выйдет. Вот тут встанет раз танк, два танк, три, и здесь танк. И все, никто не выйдет с респауна. Да, еще вот здесь надо пару танков поставить. И все. Поэтому я не знаю, картоделы у Гайдзина просто отменные, эти сидоры. Так, что тут наш сидор? Сидор, сидор, что ж ты, сидор? А, ну конечно же, бомбардировщик. Так, разгончик. Давайте мы маркера выключим, посмотрим, куда мы будем лететь. Поиграем по-честному, без маркеров, правильно? Правильно, все. Работаем, так, 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 куда мы смотрим? Ага, вон там вот точка, вон там вон танчики. О, выстрел вижу справа, надо на него заходить, чтобы все было по-честному. О, подсветили еще один танчик. Ну да, тут можно теперь честно бросать бомбы. Аж две сразу. Хи-хи-хи. Хи-хи-хи. Т-26. Уничтожен. Количество двух штук. Красавчик, красавчик. Меткий парень. Что там, три бомбы сбросил, что ли? Вот и даешь. Так, маркера, подсветочку. Ну тут уже ладно, тут, блядь, можно даже не смотреть, тут просто. Ускоримся. Сидор, сидор, сидорочек. Что там чат не тебе пишет, что за сидор? Нет? О, точно. Вот такие вот, да? Арада. Ну это сидора любимая привычка. Берет он этот дождь, а потом арада. И на разгон пошел, 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 пошел. Палево ж, да? Зайти на этот танк издалека. Конечно, палево. Ничего, дернулся, а потом думать, не, это палево. Типа ищем. О, подсветили. Отлично. Заворачиваем. Работаем. Вот этого поискать бы, да, как бы, как-нибудь бы его поискать бы. Сука, что-то его не видно, бригада, а? Что делать? И что будем делать? Может быть, нам кто-то его подсветит? Да не, видно. Вот, теперь видно. Все, работаем. Да, не видно. Теперь-то видно? Видно. Все по-честному. Все, мастер. Я мастер. Я супер игрок. Я лучше всех. Красавчик. Вот так вот, ребят. Сидор. Это в Африке сидор. Вообще сидор. Мне бы интересно было поглядеть, как ты сможешь поиграть на какой-нибудь TeamViewer или на Discord, да, там, где можно протранслировать свой экранчик во время игры. Вообще хорошо бы на TeamViewer поиграть бы. Вот тогда бы мы точно поняли, что ты честный парень. Во, сообщение пришло. Дружище, так что там с видео про Кра? Уритки официально ответили, что это баг. Какие твои действия после этого? Как объективного и честного обзорщика. Почему так скоропостижно Иван Г142 удалил у себя все видео с канала? Скоропостижно. Поинтересуйся. К последнему видео по Аннушка я верстал с подобным выставлением моментов и времени. Вот хотелось бы получить ответ Окра. Дискорд
адрес Дискорда, будет желание пообщаться, милости просим. Да. Не знаю, не будем мы гадать возраст этого индивидуума. Отвечу так. Не будем мы ходить по Дискордам. Нет времени на это. Да и неинтересно там. Отвечем просто. С видео покра. Ну, по крайней мере, я не слышал, чтобы официально гайдзины ответили, что это баг. Кто-то, может быть, слышал, ребят. Может быть, у кого-то есть какие-то скриншотики, где там они ответили. Или ссылка, где там они это официально ответили. Вот так. И по поводу, почему так скоропостижно Иван Г-142 удалил у себя все видео с канала. Да он не удалял, блядь, с канала видео. Они там до сих пор есть. Просто эти видео с доступом по ссылке. Поэтому они не удалены. А с доступом по ссылке. Как были, они так и остались. А панушки, что-то я вообще не понял. Что ты там верстал? Каким-то подробным выставлением момента времени. Нахрена ты это написал тут? Причем тут край, Аннушка? Ну так, ребят. Кто думает, что в СБ вот это вот баг, да? Офигеть просто. Ну, вот как-то так, ребят. Спасибо вам всем огромное за ваше внимание, за вашу поддержку и за ваше понимание. До новых встреч, ребят. Пока-пока.